Это Валерий Слесарев, главный раздражитель местных чиновников. Давно и настойчиво требует газифицировать местные деревни, чтобы люди не мучились. Бабкам уже за 80, рубят себе дрова зимою, летом. Газопровод совсем рядом, идет вдоль дороги, но в домах газа нет. Если остановиться и зайти в один из таких дворов, можно попасть в далекое и дремучее прошлое. Вот я чем колю, вот такое. Вот так баба Паня, как ее здесь зовут, колет себе по 3-4 полена в день. Ей 86, она ветеран войны и труда. У нее есть старый покосившийся дом, коза и собаки. И нет ни родных, ни газа, ни сил поднять топор. И помощи от государства тоже нет. Обращаемся к президенту. Почему наши вот ветераны так мучаются? Ребята. Почему спасаем Украину, Сирию? Да, мы никому не нужны. Но президент, он где-то там, занят важными делами. И про бабу Паню ничего не знает. Как не знают и местные власти, которым, очевидно, наплевать на своих стариков. Кто работает в администрации, вы снимаете, да? Снимайте, пожалуйста, снимайте. Кто же работает в администрации там, куда сейчас после пройдешь так? Нет, записываться надо. Таких домов нет, как вот она живет. Она заслуживает лучшей участи. Вот эти люди не должны нуждаться вообще ни в чем. По дороге в соседнее село Валерий с каким-то удивительным спокойствием рассказывает нам о своих сражениях с чиновниками, о том, что они проводят газ лишь на бумаге, что раздражаются от напоминаний о проблемах и о том, чем чревато это их раздражение. Взорвали, потом сожгли, потом вот пошли аресты. То есть прессуют вас? Вот. Мы ехали, а мимо нас проносились тяжелые грузовики с лесом, который вырубают вокруг для деревообрабатывающих предприятий. Но для местных дрова это непозволительная роскошь. Как мы вас ждали? Правда? Да. А что, дрова кончились? Дрова? О, дрова уже давно закончились. Попробуйте дрова добыть тут, дрова эти. Машина, куб 1500, на пенсию. Что там купишь-то? На 8000 пенсию жительницы села Владычина можно купить около 5 кубометров дров. Этого хватит месяца на полтора. Но тогда придется забыть, например, про еду. А рубить лес самим нельзя, за это можно сесть в тюрьму. Запрещают даже собирать уже срубленные и гниющие деревья. Зимой должны были сжечь, но так и не сожгли. Вот мы все время ходим, выходим, любуемся на эти дрова. Мы взять не можем. А вот и она, заветная газовая труба, небрежно зарыта на задворках села. Такая близкая и такая недоступная. Вот она как раз, эта линия, все, что они тут переворошили. И вот туда пошло все. Устав от бесконечных обещаний и отписок, которых уже набралась целая папка, они решили просить помощи у президента США. Мы вынуждены. Если нас не греет наш президент, то пускай нас греют другие президенты. Ну, пускай не Обама, может быть, кто-то другой, но нам поможет. Под письмом подписалось уже более 500 человек, и в американском посольстве пообещали передать обращение прямо в руки Обаме. Они говорят, без проблем, пожалуйста, приезжайте, говорят, сюда, адрес дали, все, говорит, дойдет лично до Барака Обамы. До посольства Слесарев пока не доехал. Говорит, дали местным чиновникам последний шанс провести в дома газ. Вот только реакции по-прежнему никакой. Так что придется ему, видимо, все же ехать в Москву, чтобы искать помощи за рубежом. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время.